И всем кукушеньки, дорогие друзья, сегодня с вами я, допустим, и вот еще сундук полон, и я, да. И остались мы на том, что спасли Лоренцо Медичи, Паци, или Медичи, не помню, но Лоренцо. Вот, мы его спасли, получили кучу бабла с этого, но лучше бы я получил знак ассасина. Ну, то есть как бы из гробницы, там просто реально гробница была очень похожа. Так, и сейчас я, наверное, пойду на точку обзора, потому что слишком мало у меня разведано на карте. Мне это не особо нравится. Так, люди, здорово. А сейчас обкраду, что ли? У меня срочное дело. Вот, видите, у них гораздо больше денег, чем у стражи. То есть, если у стражи были 4-3 где-то штуки, ну вот я вам вчера в том видео показывал, то здесь 9, то есть в 2 раза больше. Это же, какие же они богачи. Даже у этих. Фокусируйся, нет? Ну ладно, короче, да, даже у бардов, которые просто по прошайке, у них денег гораздо больше, чем у стражи. Даже у них очень плохая работа, мало оплачиваемых, к тому же, и опасно. Мне это снится? Говорят, от любви. Дворник. Ну нет, не заставляй меня сделать это, ну. Блин, у меня такое скучно. Ладно, все, я больше не буду, потому что... Опа. Отворачивается. Я не буду сейчас брать метлу, потому что я все-таки дворник должен делать, а я... Уже... У меня и так уже, на самом деле, не особо-то хорошая популярность, а сейчас так вообще будет. Сейчас метлой всех разгоню еще. Да не на то опять нажимаю, а? Тут есть внутренний двор этой штуки? По-моему, все-таки... Да, да, по-моему, здесь что-то было. Народный, он ходит среди нас. Зачем он это делает? Предатель помнит о смерти каждый час. Ничего, хорошо поет. Давай еще что-нибудь. На благо народу чудесные подвиги он совершил. От него по заслугам каждый злодей получит. О, да, деньги! Деньги! Я брат. Нет, я все-таки найду эту штуку. Где эта шняга? Где? Ну, ладно. Если во внутреннем дворе нету, нахуй пойди тоже вряд ли. Какое же это огромное здание. Ага, вон, по-моему, вижу. Или что? А, нет, скажи, да. Я простая женщина. Мне уже пора. Не знаю, о чем он думает. Должно быть о чем-то важном. Да, я еще этот грёбаный кот. Это же это здание имели в виду, не какое-то там другое, да, именно его? Так, ладно, я ничего не нашел, пойду синхронизируюсь. Странно. Ну, надеюсь, все-таки знаки остаются, подходи, то есть... Не да, кстати. Спасибо, что выдал себе, дай полечусь. И лекарства закупаю. Теперь у меня не 5, а 10 лекарств влезать, так что надолго хватит. Я помню, там в последних миссиях там лекарства просто... Я всегда говорю, настолько... лучшее лечение — это профилактика. Я уже собирался идти домой. Это намекает на то, чтобы я лечился больше. Ну и ладно, шо ж. Почему у меня... А, у меня броня сломана, все понял. То есть, видите, у меня такой красный маленький квадратик, это значит, что у меня броня поломана, и потому он не восстанавливается. Куда ты... А, ну хотя смотрите-ка.
Походу... А вот в этот раз он прыгнул довольно-таки нифиговенько и в то место, которое надо. Ладно, аккуратно, аккуратно. Тут... нет. А, точно, с другой стороны. Вот такие здания всегда с другой стороны нужно обходить. Давай, давай. И вот здесь... нет, чуть дальше. Вот здесь вот будет подъем. Нет. Я сейчас в таком большом замешательстве, тогда я что-то вообще не понимаю. Как туда подняться? О, перо. Нереально, а как туда забраться тогда? Если тут нет подъема. Может просто... Просто вот так вот? Да ладно. Окей, ладно, все. Конечно же. Просто здесь и забраться, и все, знаешь. Все слишком легко. Так, отлично, карта обновлена. Куда прыгать я вижу. Синхронизироваться еще очень много нужно кое-где, то есть вообще очень много мест еще осталось. Ну что ж, пойдем тогда на главное здание. Что я сделал? Простите меня, пожалуйста. Простите, я не... Я хочу поговорить с тобой. Ты мне напомнил одного человека. Ну, вот, кстати, Лоренцо Медичи, они довольно... Ой, вот и Лоренцо. Люди Лоренцо, они довольно-таки лояльны. То есть, простите, гражданин, там... Дим, не то, что эти остальные, эти... Простите. Тамплиеры. Подходите, друзья. Злые, а они другие. Скажу от страха. Всё, давай. Сейчас у нас, походу, опять будет эта миссия с лесами связана. Потому что именно в тот раз мы... Я уверен, у меня есть то, что вам хорошо, нужно. Надеюсь, что да. Может, в чулане или... А, да ладно. Тебе не лег. А, ну да, мы же кодекс нашли, конечно же. Да. Эцио, слава богу, ты жив. Тут полное безумие. Медичи, Паци. Ты потому преследовал Франческо? Не совсем. Что ж, в любом случае, город снова в безопасности благодаря тебе. Скажи, чем я могу тебе помочь? А, еще одна страница. Ага, шифр похож на предыдущий. Я с ним быстро разберусь. Любопытно? О, да. Конечно же. Это чертеж еще одного клинка, отравленного. Ну, блин, это не... Ты можешь сделать его? Си, это не займет много времени. Мне нужно лишь понять, как сделать полость в клинке, не жертвуя при том. Хорошо, Леонардо. Просто сделай все, что нужно. Угу. Ну вот, как видите, по сюжетке всегда открывается что-то, а так никогда не... Готово! Я уже наполнил клинок ядом. Для начала хватит, а если яд закончится, обратись к доктору. Ты уверен? За ядом? К доктору? В малых дозах яд – лекарство. Верно и обратное. Я снова в долгу перед тобой, друг мой. Не стоит благодарности, Эцио. Ну ладно, не буду больше благодарить. Но хотя отравленный клинок – это мне никогда не нравилось, честно говоря. Для меня это совершенно бесполезная штука. Лучше бы он сделал кое-что другое. А что именно, я не буду говорить. Я помню, что это оружие точно есть, или это в Разархуте. А я не помню, что говорю. Ну ладно, надеюсь, что это здесь, потому что оружие, в принципе, довольно-таки толковое. Хоть я и, опять-таки, не пользовался, но весело было. Ничего я не буду нажимать, не люблю всякие тральные. Ага, мне походу... Стоп, мне в другой город надо? Да. Ну тогда пойду выполню контрактное убийство напоследок. Вот, кстати, мне говорят о быстром перемещении, я, наверное, так и поступлю. Но сначала убью кого-нибудь, и потом, да. Интересно, как сюда... Как обычно люди получают почту? Вот мне просто интересно. Это же... Как-то сложно сюда забраться, лестницы, по-моему, нету. То есть, как бы, ну ладно, пофиг. Вчера ночью лучники... лучников. Ну что ж, давайте. Надеюсь, они сравнительно недалеко.
Ну, так оно и есть. Так, ну, пожалуй, мне тоже надо придумать, как оставаться. Здрасте. Я не желаю вам плохого. Идем. Кто будет первый? Подходи, не стесняйся. Я всего лишь лекарь. Забавный капюшон. Что? Что я сделал, ты? А, о, ё-мо, я-то думал, они лучники. Эх, нет, это. Я думал, можно лезть за ними на крышу. Да-да-да. Именно это. Не то чтобы я кого-то убиваю, там, нет, я просто шел с ума. Это самое лучшее оправдание. Давай. Чё ты не хочешь залезать, мне интересно? Почему он, по-моему, раньше залезал на такие... А, ладно, понял. Тебе здесь не место, уходи! Хорошо. Всё, я ушёл. Да, слышу, накупился. А, окей, все, я слез. Нет, не слез. А теперь слез. Главное, он не проверяет. Это хорошо. Кстати, почему он не заметил того, что я убил одного из их? Ладно. Не заметил, мне же лучше. Но это странно как-то. Ну или это реально настолько пацаны люди, то что он даже он понимает, что это не настоящий и забивает просто. Так, вон еще один. Ух ты! Это было опасно. Я на секунду подумал, он что, убийца хочет? Просто реально, вы видели, как он прыгал? Он просто взял и отпустил. То есть, если бы там не было этой штуки, он бы убил себя. В прямом смысле этого слова. Тебе здесь... Лочу! Тебе не... Тихо. Пусти. И вот так вот. Королев. Опять-таки бомжи. Так, где тут ближайшее перемещение? Вы узнаете об этом в следующей серии, а сейчас на этом все. До свидоса!